Дорогие товарищи, здравствуйте. Сегодня 16 июля 2024 года, где-то ближе уже к вечеру, после 18:00. Пришел я с работы и решил все-таки посмотреть вот эту мою семеечку. Она у меня единственная пока. Да, надо досточку, прилетную доску надо поставить, конечно, не спорю. Это мы с сыночком сделали и вот и нижний корпус. Здесь на 10 рамок 300-х и верхний корпус. То же самое мы сами сделали из того, что было. Видите, он даже мебельный щит. Сыночек слепил, молодец. Ну вот это я накрыл. Почему? Потому что жара такая, солнце. И понакрывал кругом, чтобы оно, вы же поняли. Вот отсюда я накрыл. Ну, чтоб дождем не намочило, потому что все-таки фанера, это же не нормальное дерево, мебельная фанера, так что. Внук купается в бассейне. А я сейчас хочу посмотреть, что делается внутри. Вот так улей выглядит без одежды. Да, крышка еще не обита, но уже оцинковочка у нас есть, ребята. Просто руки не доходят. Так, и вместо коврика пленочка обыкновенная. Ну, нет у меня покуда коврику. Со временем сделаю. Да, я одной рукой терпеть не могу. И работать, и показывать. И всегда всех об этом говорил. Ну, крышку хотя бы, то есть пленку сниму хотя бы одной рукой. Сейчас будем смотреть, что вверху, а потом и внизу глянем. Ну что, ващинку поставил. Ну так, чтобы не валялось нигде, я поставил. Они не потянули, понятно. Им не до этого. Вот рамочка. Даже, гляньте, запечатали. Мед немножечко. Напрыски есть. Сейчас дальше посмотрю. В общем, вверху все пусто, только на одной рамочке это есть немножко. Мед и напрыск. И то еще неизвестно, может, тот там, где расплод был, что я в Сереже в Обинске взял. Так что я не намечал ту рамочку, конечно. Снял верхний магазин. А вот нижний меня радует. Да, гляньте. Все-таки те, кто понимают, гляньте, все обсижено, пчелы море. Куча просто радует. Запах какой приятный. Гул какой хороший, любимый. Пришлось дымариком немножко их дымком обкурить, как говорится, а то злые. За мизинец меня укусила заряза маленькая такая, ну ничего страшного. Это я ошибся. Здесь на 8 рамок улей, но 9 влазит тяжеловато, ну вытянул ее. Вот, ващинку вот эту оттянули хорошенько, но там я покуда еще ничего не вижу, ни напрыска, ни расплода. Перговая рамочка и расплодик здесь. Ну, то еще старый расплод. Молодого что-то я не вижу. Надо куплять увеличительное стекло, ребята. Яйца я покуда здесь не вижу. Вот на другом где-то есть. Ну, а это приятный момент. Это на моей ващинке, что я поставил. Она оттянутая. И гляньте, уже расплодом засеяна. И расплод запечатанный уже есть. И еще не совсем запечатанный. Вот это приятный момент. Ну и девочки мои хорошие. А вот здесь какая прелесть. Ай, красавчики. Маточки я не вижу, да я в принципе ее не ищу. Если случайно увижу, значит увижу. В общем, в двух словах. Я доволен. Я доволен. Мед у них есть. Ну и мед для зимовки. Пчелы очень много, расплоду очень много. Что здесь с медоносами еще дальше будет, я не знаю. Будут ли они, не будут. Я не владею информацией по Краснодарскому краю, ребята. Ну, будем ждать и надеяться. Так что внизу 9 рамочек. Здесь 8. Ну, вы понимаете, что здесь я просто, чтобы рамки не валялись. И чтобы моль их не поела. Я их все покидал во второй корпус. Пусть они обсиживают его, обрабатывают, чистят, ну, понимаете. Так что все нормально, будем жить. Я не надеялся на мед для себя, естественно, с одной семьи какая, ну, это смешно просто. А чтобы для них было, и дай бог, пусть будет. Все, ребяточки, будьте здоровы.